Еще один солончик. Смотри, вон косуля все истыкана, маленький. С лосями. Чача вообще конкретно. Кабан еще бывает, приходит. Да косульки вниз маленько. Все сюда, да? Нет. Тут карби корма. Вот он. Вот он, блядь, посев на. Зашло. А это что еще? Овес так сверху валяется. Я тебе про что говорю, что надо ехать, закинуть его. Ну вот это же он зашел. Да. Зашло. Все, проверю. Я не ее грузить просто. Следующий солончик. Давай поднимем его. Кто-то столкнул, тут как повернулось, но... Там ты полирован. А, комок хороший. Смотри, бешеные. А. Че, все высыпаешь? С олягой нас засыпаем. По солончикам задача выполнена. Я там заполнял уже тоже. Так, ну что, засыпали, все. Тут енот какой-то, ну, тоже копыта. Уже травку ходят жрать. Там что, зернишко? Купаются. У нас бежать тоже тут. Тут галечник этот. Пурхалище. Пурхалище. Птички-то он. Камушки грызут, да? Видимо. Все, все культурно, все по правилам. Тут должно быть. А пускай травка будет. Природная красота. Сейчас будем садить картошку на. Так, отработку-то куда делали? Где-то. Где-то я не помню. Пойдем посмотрим. Вот здесь сделали. Зерно засыпали. Пусто. Пустота. Съедено, все. Потихонечку едят, оно высыпается в этом месте. Так, ну вот мы приехали садить картошку. Осенью принял выкапывать. Сейчас посадим только. Привезти. Че, устал? Не тяжело? Жарко, блядь. Жарко, да? Опаньки, резаные. Ну там вот некоторые. Вот сходы прошлого посевчика. Тоже енот ходил, а нет, копыта, блядь. Все взошло, блядь. Покинь, уже копытные ходили. Где? Ну, два отпечаталось. Пацаны красавчики, там картошку сами. Вот уже сегодня второй день. Как мы? Ну давай насыпайте. Паштет. Держи так это.
Лосяш. След? Где? О. О. Ничего себе тут чифанка какая. Хоча. Все тут. Ну. Оп. Окей. Okay.